Друзья, всех приветствую. Вот очередной ножичек хочу вам предложить на продажу. Это больше нож посвящается охотникам. Нож называется Сафари. Сталь порошковая S390 с таким вот обухом, с такой ручкой. Рукоять здесь Бакота. Она очень крепкая. Больстер карбон. Многие, я знаю, там просили, ну там железку не надо, вот там сделайте, да, такого вот. Здесь ничего холодить не будет. Здесь все уже сделано таким образом, что он просто очень удобно сидит, ну, в руке и без всякого железа. Рукоять такого финского типа, грибочком. Да, и там вопрос мне кто-то задал, что вот фигурящую бутылку там из этого, ну, там не царапает, не все, да. Ну, вот я вам так скажу, мужики, вот бутылка вот фигуристая там из-под Финляндии. Ну, вот, да, ребра. Закалка. Видим? Закалка здесь 67,5-68 единиц. Очень шикарные режущие свойства. Вот я веду. Вот этот именно ножик. Их у меня два. Два таких ножа сейчас есть в наличии. Мужики, цена данного ножа недорогая по отношению к нашему рынку. Вот с такими ножнами, да, из... Ну, они натуральной кожи. Я не скажу, что они там суперские, но они, поверьте, хватит на охоту сходить. Ну, опять же, это не проблема. Если кому-то надо, то мы с удовольствием сделаем формованный и отправим вам формованный. Цена данного ножа вот с таким вот деревом, с больстером из карбона, цена будет стоить 20 тысяч рублей. Их всего две штуки. Все, мужики, кому интересно, заказывайте. Пишите мне WhatsApp, Viber. Отправим в день заказа. Всем спасибо, всем удачи.